Здравствуйте, ну вот я не выдержал, сегодня я представлял уже этот проигрыватель Pioneer PL7 роликовый, он изначально был 100-вольтовый и нашли его в городе Марбург, отыскали, говорят, что якобы он был в американских военных казармах, когда там американцы стояли, и он еще в то время был там представлен трансформатор просто сетевой, и там как бы тоже, кстати, трансформатор Made in USA написан, вот, и он там как раз таки переведен на 220 вольт, то есть трансформатор 220 на 100 вольт. Вот сейчас мы послушаем, это роликовый проигрыватель, полностью ручное управление, ничего у него нету из автоматики, все вручную делается, мы его включаем, вот. Вот он опускается, но можно делать вручную, опускать медленно. Ну, как бы не выдержал я и решил послушать пластинку свою любимую Кенни Баррелла, которую вы неоднократно слышали. Ну вот, попробуем сейчас это все сделать. И медленно, вот он просто чисто вручную опускается, вот он включается, и вы вручную его начинаете головку опускать. Вот, поехали. Mm-hmm.
Thank you.
Слушали всю сторону пластинки, на этом вот можно уже закончить просмотр. Вот такое вот звучание у проигрывателя. Как я сказал, здесь головка новая, вот проигрыватель роликовый. Ну, на этом, пожалуй, все. Теперь проблема загрузить это все на YouTube, потому что YouTube грузится, теперь практически не грузится. До свидания, до новых встреч. Будем что-то придумывать.